Мы на месте. Мы приветствуем Юлию, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, я даю команду. Значит, рескенер сканирует пространство над головой Юлии, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Юлии, находит все. Знаешь, бери эту голограмму, она впереди. Хорошо. Нее стоит в клетку. Я даю команду, значит, 3, эта голограмма отключается. 1, 2, 3, полностью. И летит в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Сейчас я вижу лучше, и она как спотела вся, она как на растяжках стоит. Есть растяжки, если есть, проявляется красным цветом, ты их видишь? Видишь, руки, ноги, все как на растяжках. Отлично. Я даю команду, значит, 3, Влад, сними эти растяжки, разрежь их лазером. 1, 2, 3. И эти растяжки отключаются и уходят в клетку, тюрьму. Готово. Значит, каналы стали проявляться. У нее стоит, да, у голограммы гуманоид стоит. Дракон синий. 1084. Не очень много космических. У нее ящер рядом с этими растяжками. Есть демоняк. Не демон, подожди, бес. Цифры над головой? Восьмерка. Беса, но он что временный. Ты... От него идет такое, то, что он временный. Но он дома живет, в портале. Иногда к ней заходит подпитаться. Ага. То есть ты в квартире живешь? Да. А мы сегодня ее чистим. Я вижу твои одеялки, твои комочки, твои ловушечки. Это нехороший ход. Это очень хороший ход. И сегодня будут лететь перья в разные стороны. Я тебе гарантирую. Я тут такое... ни при чем. Да? А кто при чем? Объясни. Это они наверху. Ее мучили. Хорошо, бес. Ты можешь выйти победителем из этой ситуации. Хочешь послушать? Да, да, я победитель. Нет, подожди, ты еще не победитель. Я говорю, ты можешь выйти победителем из этой ситуации. В том плане, ты мне даешь всю информацию. Ты мне в квартире помогаешь закрывать все порталы, предварительно собрав все свое. Ты мне рассказываешь полностью о всем их воздействии, как они воздействовали. За это я соберу все лярвы, которые находятся в ее биополе. А их там много, я вижу. Ты хочешь меня попросить их забрать, эти лярвы? Вон они, на запястьях. Вижу, вижу. И, кроме того, я намеревался отдать тебе негатив в квартире, в которой Согласен. Она живет. Согласен. Хорошо, на этом мы остановимся. Итак, Верочка, кто-нибудь еще есть, кроме беса, ящера, синего дракона и гуманоида? Там нет места для кого-то другого. Гуманоид, с кем ты пришел в это биополе? Он первый пришел, потом ящера позвал. Синий дракон, с кем ты связан контрактом? Кому ты помогаешь из них? Сам по себе. То есть вы хотите мне сказать, что вы работали все, не договариваясь предварительно о том, что вы делаете? Все пришли в разное время. Гуманоид с ящером был вместе. Вот. Дракон сам пришел. Гуманоид был с ящером. Вот это я и хотел услышать. Понятно. Он хорошо. Уже сказал, я позвал ящера позже. Итак, ящер, считай цифры над головой ящера. 342. 342. Ящер, как долго ты находился в этом биополе? Тебя игнорирует. Серьезно? Человечешка говорит. Ты мне с 342 номером говоришь человечешка. Влад, просканируй его защиту, сожги ее. А с чего ты взяла, что это мало? Влад, представляю. Давай, сожги его защиту. Сейчас я ему покажу человечешка. Это потому что я общался с ящерами, которые 7000-ные были. И ты знаешь, сколько я уже пирамид отправил в межгалактическую полицию? Ладно, ящер, сегодня ты получишь свое удовольствие всей своей жизни. Итак, Влад, сожги его защиту. Не оголяй меня. Сжег? Да. В моих руках появляется шар энергии. Арго, 1, 2, 3, кидай ему в морду. Я тебя научу общаться вежливо, находясь в тюрьме. А задыхается он. И удар 200 тысяч герц ящеру, пока он не упадет. А знаешь, у него такая информация какая-то от него идет. Но вот эти удары, что ты даешь, он, ну, как-то для него это
не что-то новое, а он, то есть у него такая развитая цивилизация, видимо, что он, когда видит удары, для него просто это прошлый век, вот такое слово идет. То есть он удивлен, что таким еще пользуется. А чем сейчас пользуется? Расскажи мне. А вот посмотри. Ну, давай. Растяжки и другие виды воздействия. Порох – это не актуально. Растяжки – это метод. Временная боль. Хорошо. Влад, дай ему боль такой, чтобы он прочувствовал лазером. Просканируй его, найди тонкое место. Подожди, оно у него в горле, и дай удар. Пошел. Ну, хорошо, сейчас ты тоже временную получишь. Я тебе объясню, как жалкие людишки выросли за это время, пока ты паразитировал в другом биороботе. Знаешь, этот удар пошел ему от горла, и он спиралью вокруг него закрутился как-то. Отлично. Открывая поток любви абсолютно над его клеткой, пошел свет любви отца. Посмотрим, как он сейчас запоет. Он хрипит. Такие вещи делает. С горла выдает. Хорошо, я ему говорю. Итак, ящер. Но ему не смешно. Как не смешно? Мы же жалкие людишки здесь стоим. Сними спираль с меня. Ему трудно. Ничего, если я не сниму. Он двигаться не может. Свет выключается. Ну ты ж такой крутой. Я ж такие технологии. Что ж ты не можешь справиться с этой спиралью? Сущности паразитарная. С каким-то низким уровнем. 342 будет мне здесь рассказывать, что он крутой. Я тебе сегодня покажу, что такое круто. Я тебе обещал удивление твоей жизни, ты его получишь. Итак, ящер, сколько ты находился в этом биополе? Я слушаю. Он просит снять с него все. Ничего из тебя не... Думать? Зачем тебе думать? Надо вспомнить, он там давно. Да? Хорошо, я спрошу гуманоида. Гуманоид, как долго он находился в биополе? Если ты не хочешь такую спираль получить, я тебя спрашиваю, как долго он находился в биополе? Он говорит, что я 15 лет, а он пришел позже, 12. 15 лет ты, он 12 лет. Отлично, хорошо. Без сколько ты находился в биополе? А, выхожу, захожу. Ну, в общем, сколько? 4 дня сижу в последнее время. Понятно. А когда начал первый раз заходить? Смотрел со стороны, потом рискнул. Герцовка упала, и ты заскочил, да? Угу. Хорошо, синий дракон, как долго ты находился в этом биополе? 4 года. Хорошо. Сейчас я буду отвечать, задавать вопросы, а вы мне будете отвечать на них. Но перед этим я начну реверс энергии. Мы отдадим вам все темное, заберем все светлое, проведем рассинхронизацию. После этого проверка будет несколько миллионов герц. Если что-то останется незамеченным, или кто-то что-то не вытащит, он по каналу сгорит в клетке. Не желаю, чтобы это произошло, но предупреждаю, такие варианты уже были. Поэтому обман в этой комнате диагностики я не терплю. Ответов на мои вопросы, если я не получаю их, я этого не терплю. Все, кто кооперирует, имеют шанс остаться живым. Куда они уйдут, я пока не знаю, это будет решать, это буду не я решать. И я даю команду тонкой копии Юлии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродные, негативные, патогенные, низковибрационные энергии в ее биополе, уверенность, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним, усилию потоки в 50 раз. Хорошо, синий дракон. Итак, 4 года назад ты зашел. Что ты блокировал ей? 30 глаз. Да. Знаешь, он себя показывает, как будто он между ящером и гуманоидом втиснулся туда. И все, что ее развитие, он как контролировал, питался им. Дракон, а тебе не кажется, что ты слишком далеко зашел в своих намерениях? Влиять на развитие его, человека, да. Да. Его как... Подбадривали вот эти двое с двух сторон в том плане, что он всегда понимал, что он не переходит к черту, как переходят они, но... Приносил не меньше вред. То есть он всегда смотрел и говорил, ну, я так не делаю. И тем не менее, как сказать, он ее развитие контролировал очень. Дракон, кто тебе разрешал контролировать развитие души? Питался оттуда он. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Повторяю вопрос. Кто тебе разрешал питаться и влиять на развитие души человека?
Она была не против, никто не разрешил. Она была не против, Юля, обращаясь к вам и спрашиваю, вы давали свое согласие на использование вашей энергии драконом? Слушай, у нее столько подключек еще внутри, она очень слаба, у нее энергии как будто нет вообще. Хорошо, я сначала вытащу это все, а потом буду проводить. У меня даже голова какая-то красная вот от перенапряжения. Угу. Понятно. Мы это все реверс выделим. Закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Юлия забирает чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чисто. 1, 2, 3 по каналам от голограммы. Возвращаем, забираем реверсом каналом. Все свое забираем по праву. Слушай, не энергия какая-то идет. Помимо того, что по чакрам возвращаются цвета, в каждом цвете есть какая-то определенная энергия, таким она насыщенным синим цветом, темным и таким, я даже не могу объяснить, такой яркий, красивый синий цвет. Это гуманоид воровал, да? Нет, это от всех, это ее личная энергия. Это от всех возвращается или от кого-то конкретно? От всех, помимо того, что возвращается по чакрам, фиолетовый, да. Синий идет. Угу. В каждом канале есть вот этот ярко-синий цвет, как полоска и такой, помимо других цветов, которые возвращают. Хорошо, я понял. А вот бес мало отдает. А чё бес? У него закончилась энергия. Ну, он 4 дня всего сидел активно, поэтому много-то я не брал. А знаешь, у него информация идет, что вот такая у них цивилизация добрая. Не то, что эти высшие. А, вот как. Ну, хорошо. Ага. Интересная точка зрения, конечно. А крылышек у тебя нету, без? Если ты такой хороший. А чё такое? Он суккубов есть, инкубов есть крылышко. Чё тебе так не нравится крылышко? Хвост есть у него. А, понятно. Ты первородный или ты был человеком? Красивый. Копыта есть у него. О, копыта красивые. Понятно. Скажи мне. Он показывает просто все. Понятно. И хочет стать скоро демоном, наверное, да? Хвостом крутит, говорит, посмотрим. Как ты в школе учился? На чем ты специализируешься? Бредятина. На бредятине, да? Это когда человек бред начинает нести или как? Угу. Интересно. Бесовщина. Бесовщина, понятно. Ты ее вынуждал криком там последнее время, да? Я не вынуждал, я создавал условия. Реверс закончился. Хорошо, так, у меня вопрос. Кто был ответственен за проблемы с волосами у нее, с желудком, со спиной, ноги, руки с детства у нее затекают, засыпают, даже во сне? Ноги, руки, так она вся в подключках. Вот ноги, вот эти растяжки у нее на ноги, руки как раз шли. Понятно. За депрессию кто был ответственен после родов? Значит, идет информация, что ты же видишь, что у нее свободна эта чакра, потому что, ну, то есть, по идее, там инсектоид должен быть, но у нее свободна эта чакра, то есть она бы просто не потянула уже. Понятно. Хорошо, реверс закончился. Давай, начинаем тогда с синего дракона, выходи, вытаскивай все свои платы. Отключайся полностью, проверяй, чтобы ничего не осталось. Возвращайся назад и докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. У него плата как на присосках, и ей очень чувствительно она. То есть он отключает, отцепляет, как присоски отдирает от третьего глаза. Ты аккуратно там снимай, если ты что-то повредишь, то я поврежу в тебе что-то. Снял. Хорошо, вернулся в клетку. Так... Гуманоиду выходить не надо, он может прямо из клетки забрать все, что он оставил. Отключай полностью, приступай. А, ну, вот у гуманоида, у него вот эта голограмма, она как привязана к ногам. Щиколотки вниз, белая такой энергией привязан. Это не от нее затекали ноги, от этой голограммы, от этих привязок и руки? Не говорит, он отвязывает. Я повторяю второй раз вопрос. Третий раз открывается портал рядом с тобой. В галактическое ядро ты уходишь на переработку. Итак, второй раз мой вопрос. Но затекали, ну и что? Гуманоид получает удар 500 000 Гц.
Он, знаешь, как нитку, вот эту энергию раскручивает с ног. И она вот намотана очень много. То есть не просто слоем одним, а с толстым таким слоем. Снял все. Хорошо, гуманоид. Я тебя спрашиваю. Твоя была работа, что ноги затекали? Следующий удар будет 3 миллиона герц. Влияло очень на ноги, конечно. А что ты сразу не отвечаешь, когда я тебя спрашиваю? Ты тоже считаешь себя превосходной? Пытаюсь избежать. Ты избежишь, ответы ты ничего на не. Твои вопросы. Ты не избежишь ответов на мои вопросы. Ты ухудшаешь ситуацию. Далее пошли. Так, ящер у нас там стоит. Я даю команду. Все, что установлено на частоте ящера, все его подключки, сила моего намерения отключается. Один, два, три. Все это безболезненно начинает выходить из всех семи тонких тел Юлии. Один, два, три. Пошел процесс. Все это выходит, зависает перед Юлией. Включая ей внутренний белый свет. Внутренний белый свет помогает. Подхожу к ней, даю ей 100% энергии. И она этим внутренним белым светом выдаляет все энергии. И все, что установил ящер на своей чистоте, все это выходит. Пошел процесс. В голове у нее колпак одет. Вытаскивается, отключается колпак полностью до последнего соединения. Все выходит. Вниз идет по шее. Угу. Позвоночнику вниз идет от колпака. А это же рептилия. И все это было подключено к растяжкам, к запястьям, к ногам, со стороны спины. Готово. Хорошо. Юля, как вы себя чувствуете? Она не знает. Не понимает пока. Хорошо. Так, у нас все убрали. Бес остался. Бес, выходи, вытаскивай сначала все, что ты оставил в ее биополе, и прямо на месте доложи мне о готовности забрать лярвы. Приступай. Повеселил. А нет у него. У него такие красные пару комочков там. Хорошо, пусть забирает их. Из в области колен. Забрал? Да, даже поиграть не успел. Говорит, забрал. Хорошо. Разрешайте забрать все лярвы. Все забирай, ничего не оставляй. Приступай. Запястье, руку. Синий дракон, ты присутствуешь в квартире? Есть. Что есть? Мои платы есть. Есть, понятно. Значит, синий дракон, и бес присутствуют в квартире. Правильно я понял? Да. Он говорит, лярвы зачетные. Хорошо. Возвращайся. Он говорит, а что ты не спрашиваешь, где я слышал такие слова? Зачетные? А где ты слышал такие слова? Это мой секрет. Он почти пританцовывает там от энергии получишь. От лярвы, да? Понятно. А ты представь себе, сколько там еще в доме находится. Ладно, хорошо, все, бес все забрал. Давай, переходим к рассинхронизации. Я даю команду на рассинхронизацию. Рассинхронизация до числового значения 100%. Пошел процесс. Процесс идет. Бес, знаешь, откуда? С у нее с третьего глаза снял лярву. Да ты что? Это от синего дракона? Думай. Напрягает он. А мы уже такое встречали, Вера, когда человек от этих мыслей ходил по комнате, там думал, у него лярва была на третьем глазе. Да, такое бывает от этих дум тяжелых. Но здесь как не думать... Нет, она пыталась концентрироваться. Напрягала. Да, у нее проблемы с концентрацией, она нам это писала, да. Но теперь понятно, почему у нее проблемы с таким воздействием. Как же им не быть-то? Рассинхронизация закончилась. Да и энергии немного, она пустая совсем. Подхожу к Юле, даю ей 200% энергии. Один, два, три, пошел процесс. Но она выдавила, как смогла. Хорошо. Так, шар большой? Как мячик. Открывается портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Один, два, три, сканер сканирует. Юлию проводит контрольную проверку. Ей нужны личные энергии для восстановления идет информация. Какие именно? Эти синие. Откуда эти энергии? Как они называются? Юпитер. А
Хорошо. Я даю команду на счет три в макушку головы Юлии. Начинает поступать ее родные энергии Юпитера. 1, 2, 3. Пошел процесс. Такие волны расходятся от них. А Юпитера у нас, по-моему, еще не было никогда, да? Нет. Очень необычная энергия. Не полностью покрывает. Жадно так их всасывает. Готова, у нее связь прям пошла, она дышать начала. Хорошо, мы просто делаем, предлагаем куратору, если он хочет два слова сказать своей подопечной, может сейчас прийти к нам в комнату диагностики, поприсутствовать при чистке, если у нее есть такое желание. Он здесь, его зовут Корги. Корги, приветствую вас, уважаемый куратор. Благодарю. Очень рады. За чистку. Мы еще в процессе этой чистки. Я предлагаю вам поприсутствовать на нашей чистке. Если у вас есть желание, и появляется стол и кресло, удобное кресло. У нас всегда есть стол и кресло, и он говорит, что я не смею занимать ваше время. Вы не занимаете наше время, просто мы еще никогда не встречались с представителями Юпитера. Вы можете просто не сомневаться, мы сегодня ее почистим, заправим ее энергиями и отправим ее чистой, уже в чистую квартиру. Если у нее будет желание, уважаемый Корги, она сама сможет сделать запрос нам, и мы пригласим вас, и можем пообщаться на ее вопросы, ответить все, что ей захочется сделать. Договоримся так. Я буду рад ответить на ее вопросы. Но как куратор, мне очень важна ее чистка. Благодарю Хорошо. Вас за это. Вы поприсутствуете? Да. Отлично, присаживайтесь, пожалуйста. Я останусь. Благодарю вас. И, Верочка, давай поставим на сразу подарок, сделаем всем кураторам, всем учителям, которые к нам приходят. А у нас очень много было, уважаемые Корги, в этой комнате диагностики, кураторов и учителей. Мы всегда делаем один определенный подарок. Надеюсь, оно порадует вас. И, Верочка, на столе появляется большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами, которые есть на земле. 1, 2, 3. И мы предлагаем, просим, если Корги будет так любезен, забрать этот скромный подарок с собой, когда он захочет уйти, нам бы было бы очень приятно. Благодарю. Пока я останусь. Отлично. Хорошо. Все, Верочка. Проверка прошла. Давай. Я подхожу сейчас к Юлии. Помогаю ей моей энергией сделать импульс высокого вибрационного шока удара и на счет три сжечь все каналы к интерферентам. 1, 2, 3. Удар. Отлетают все каналы. Сжигается. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И все каналы улетают на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ей, знаешь, и без твоих энергий это очень легко было сделать. Она просто руку подняла вот этой своей энергией, которая окутала изнутри и снаружи. Очень хорошо. Вот что значит родные энергии. Хорошо, мы здесь закончили. Бес и синий дракон. Я сейчас вас отпускаю в квартиру. Не теряйте время, снимайте все, что вы там оставили, установили. С бесом мы договорились. Потом я открою канал наверх красному дракону, он идет на свою чистоту. Все понятно? Он синий, все понятно. Ах, синий дракон, прошу прощения. Они поняли, вообще у них какой-то страх у всех. Сейчас, когда знают, какие энергии они воровали, им страшно. За ответственность, конечно, синий дракон. Конечно, всем должно быть страшно. Воровство – это воровство. Нарушение законов мироздания. И открываю на счет три портал в квартиру. Юлия, 1, 2, 3. Бес и синий дракон уходят в этот портал и дожидаются нас там. Закрывай, опечатывай, растворяй. Бес не хочет идти с драконом. Им надо два портала. Хорошо, открываю бесу отдельный портал в квартиру 1, 2, 3, и бес уходит в этот портал. Готово. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у нас здесь криминальная группировка целая. Ящер, 12 лет сидел, гуманоид, 15 лет, с растяжкой и голограммой
растяжка ящера, голограмма гуманоида. Очень сильные подключки, человек практически пустой был, без энергии. Большой вред нанесен здоровью. Отличная команда, всех заберем. Отлично, хорошо. Под этими подключками открывается теперь портал в галактическое ядро. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Вместе с каналами ушло. Хорошо. Забрали их? Или забирают сейчас? Забирают, только не забрали. Хорошо. А я еще что-то там... Он как лает. Лает? Ну, да. Может, собакой хочет стать. Станет когда-нибудь. Он как-то возмущен. Да? Забрали, готово. Отлично. Пусть возмущается теперь следующие 120 лет. Хорошо. Мы закончили чистку. Как вы себя чувствуете, Юля? Полной, умиротворенной. Замечательно. Корги еще знаешь, в комнате? Знаешь, кто я. Да. Хорошо, уважаемый куратор Корги, мы закончили чистку. Если вы хотите дать пару комментариев, замечаний или что-то передать своей подопечной, это был бы самый лучший момент. Она на правильном пути. То, что она уже в этой комнате указывает это. Я хочу поблагодарить за эту чистку. Вы достучались до нее. Я благодарю вас, уважаемые Корги. И прошу передать на Юпитер. Мы всегда рады вашим представителям. Приводите всех, до кого достучитесь. Мы всегда с удовольствием всем поможем. Это был прекрасный опыт. Я услышал твое предложение. Благодарю вас. Благодарю вас. Я не говорю прощайте, уважаемые Корги. Я говорю до скорых встреч. Я больше чем уверен, мы с вами еще встретимся и пообщаемся в интересах Юлии. У нее наверняка возникнут вопросы о себе и о ее дальнейшем пути. Всех благ. Вам. Всего доброго и вам всех благ. Земных и космических. Благодарим вас. Не забудьте корзиночку взять обязательно с собой. Наш подарок. Да, я прихвачу ее с собой. Хороших вам минут. Хорошо, Верочка. Рассинхронизируйся. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Юлии в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошел процесс. А вот здесь немножко трудно синхронизироваться с биороботом. Хорошо, я посчитаю от 1 до 3, и она синхронизируется сейчас со своим биороботом. Пошел процесс. Помогает сама себе, входит в себя. Все энергии распределяются. Просто очень давно она не получала таких энергий, да, и биоробот забыл. Да, слово идет заржавело. Заржавело, да. Просто не входит в этот. Да, все сейчас пройдет. Пару дней будет ломка, мы сразу говорим Юле. Но это все пройдет. Не, есть Меркаба, не надо это забывать. Она просто показывает на нее. Конечно, у нее есть Меркаба. Готов. Отлично. И отключайся от Юли. 1, 2, 3. И перемещайся к ее входной двери дома.